Всем привет! Сегодня вот такое необычное видео у нас будет, потому что мы сегодня решили приготовить пирог с рабарбаром. У нас есть такая вот новиночка, как быстрый пирог называется, смесь для приготовления теста. И вот как оно выглядит. Вот такой вот порошочек, мука, очень вкусно пахнет. И сюда надо добавить, вот у меня приготовлено 160 миллилитров воды. И все это хорошо перемешать. Сейчас я все это перемешаю. Итак, вот я все это перемешала. Получилась вот такая вот масса. И туда мы сейчас будем класть рабарбер. Потому что в этом году рабарбер у нас вырос очень хороший. Непосредственно я делаю вот так вот. Сейчас мы это все закинем, перемешаем и отправим в форму, а затем отправим в духовку. И потом получится очень вкусный пирог. Как и называется пирог у нас? Быстрый пирог. Действительно, это быстрый, потому что раз-два развел тесто, добавил начинку. Что хочешь, туда положил. В моем случае это ревень, рабарбар, кто как называет. Потому что в этом году он в действительности очень большой у нас вырос. И очень быстро, как только стало тепло. Сейчас я это все оформлю в форму и покажу вам. Вот так вот выглядит наш пирог уже в форме. Сейчас мы его поставим в духовку на 180 градусов на 20-30 минут. Далее мне нравится, когда он начинает уже, скажем так, видно, что он начинает уже выпекаться, такой красивенький, начинается такой с корочкой, с такой приятной. Я делаю сметану с сахаром, перемешиваю хорошо до такой однородной массы и сверху смазываю наш пирог. И тогда получается вдвойне вкуснее и приятнее. Так вот выглядит пирог. Вкусно так пахнет, обалдеть. Я вообще очень люблю рабарбер. И поэтому в пироге обожаю его очень-очень. В принципе, получилось симпатично. В этот раз я решила не украшать глазурью из сметаны и сахара, а просто так решили скушать, потому что он и так очень вкусный. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.